Я вижу киевлян, стоящих в очереди за водой, там, или пенсионеров, живущих без света, без отопления в Киеве. Те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны, потому что страна станет в коллапсе. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. Те бомбардировки Украины, которые мы наблюдали, это лучшее, что было с нами за последние 7 месяцев. Российская армия, покидая позиции, взорвала в городе несколько котельных, здание облэнерго и телецентр. То, что им негде будет жить, то, что им негде было зимовать, то, что они били целенаправленно по коммуникациям, по котельным, по газопроводам. И почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. Мы отнимем у вас вашу конституцию. Посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Прям топить таких надо было в Пресыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Надо сказал, было. Что москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку. Сносить Харьков как Мариуполь, а после Харькова Днепропетровск, а после него Кировоград, а после него Винницу, Хмельницкий и Львов. Я вообще сказал, значит, 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. 3 дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Надо их всех убить. Хохлов до последних и детей убить. А Польша куда? Присоединить к России? А ее тоже не. А украинцы всех, вплоть до младенцев. Всех уничтожить. Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя. Пока мы не покончим со всеми нацистами. Надо убрать Польшу, Прибалтику вот такую, которая нас не уважает. Неизвестно за что. Ну, Финляндия, вот сюда мы выйдем. Такое окно будет. А вы верите, что Путин испортит у него силы, да? А это мы должны ему помочь.